Вахтовики учитываются в этой статистике или нет, в средней зарплате? Те, кто уезжает на вахту. Вахтовики не учитываются. Не учитываются. Я просто думал, учитываются. На территории города. Да, иначе откуда такая зарплата большая? Откуда средняя, с чего она сложилась? 46 тысяч на Назарова. Средняя заработная плата в Назарова 46 тысяч. Средняя, понимаете, да, средняя. Я понимаю, что такое средняя. Специалистов, я понимаю, что такое зарплата средняя. Специалиста. Она и получается. На город средний 46, да. Как-то мы разные, наверное, свои населения, учитывая, я общаюсь с медиками, и с педагогами, и со всеми, но не как средний 46 на город. Я понимаю, что это такое, мы но... сказать, что она пока заработная плата по медицинским работникам, по педагогическим работникам, работникам культуры, она еще контролируется указами президента. И поэтому здесь, Юлия Анатольевна, да, мы очень четко здесь вот следим за то, чтобы выполнялись указ президента по уровню заработной платы в этих отраслях. Сектор экономики, который у нас разрез, ГРЭС, ну я думаю, что там средняя зарплата потянет на 46. Там лучше зарплата, чем 46. Ну и потом у нас есть комиссия. Подождите, ГРЭС не намного выше, смотря кого вы берете. У меня там сын работал. Завод Киев, там очень низкая заработная плата, давайте так. И никак 46, вот я тоже не могу сложить эти цифры, чтобы на город. У нас тогда замечательно живут люди, почему жалуются-то? Что хлеб купить не на что? Месячная зарплата 56 тысяч рублей. Действительно, здесь сегодня был отчет Красноярска. Зарплата там подросла, ну и проверили дальнейший рост развития предприятия. Вот одно из предприятий по численности, ну как-то не вкладывает на это. Зарплата в России 56 тысяч, Бородинская рожа, 50 тысяч, 42 тысячи, завод Далмас, за который назначен работать, завод ТИИК 42 тысячи, Назаровская рожа.